Компания «Яндекс» представила свое четвертое поколение беспилотных автомобилей. Она создана в сотрудничестве с южнокорейской Hyundai Motor Company. На текущий момент сконструировано 5 беспилотников. До конца текущего года их число планируется увеличить до 100. В новом поколении больше число камер. Изменено расположение лидаров и радаров. К сведению, «Яндекс» и Hyundai Motor подписали соглашение о намерениях создать платформу для беспилотников в марте 2019 года. Российская компания в отрасли информационных технологий включена в список NASDAQ с 2011 года и работает в 30 странах мира.